Всем привет, записываю свой дневник. 11-й день держусь, каждый день записываю. Потому что вы меня смотрите, мои подписчики. Ради вас я это все делаю. Ну и ради себя, конечно, чтобы мои цели тоже достиг результата. Сегодня продуктивный день довольно был. Полдня я спал и занимался бизнес-процессами. Процесс сдвинулся с мертвой точки. Я доволен, скоро буду на этом хорошие деньги зарабатывать. Вот, соответственно, куплю хорошую камеру. Не буду вас мучить больше с такими записями. Вот, что еще? День не окончен. Сейчас тоже дела по делу, выспался. Еще пару часов. Ну и все. Планирую для вас записывать. Надо разобраться, как это сделать, чтобы на экране, а то я привык, в телефоне кнопочку нажал. Потом это все в CatCut загрузил, там склейку сделал, там видео наложил, музыку. Вот. Ну, видите, да, я стараюсь как-то все записывать ближе, чтобы это было как нон-стоп. Вот такое ощущение создавалось, как будто я просто на телефон записываю и все. Но это на самом деле не так. Я обдумываю, что сказать, что записать. Вот. Но в итоге, когда записываю, все равно по-другому получается. Вот, спасибо, что вы там пишете слова поддержки, что там давай, записывай курс, давай, там молодец. Очень приятно, мотивирует. Вот. Все, спасибо, что вы есть, что смотрите. Пока.